Спортсменки из Москвы, Московской области и Краснодарского края приехали в город Раменское, чтобы принять участие в турнире по художественной гимнастике. На призы чемпионки мира Ирины Девиной и призеры чемпионата мира Ирины Якуниной. У нас эти соревнования традиционные, они проводятся в 23-24 раз, точно я не помню. Сначала мы проводили свои соревнования школьные, потом мы стали дружить с финским клубом из города Турку. Мы приглашали финнов. Теперь мы проводим здесь соревнования, расширяя свои границы, потому что выполнение норматива кандидатов в мастера спорта и первого разряда очень сложно. И это все проводится через Министерство спорта. Престиж художественной гимнастики растет, а правила усложняются. Поэтому открытие таких новых спортивных площадок, как дворец спорта «Борис Глебский», уже стало необходимостью. Ведь тренироваться в таком зале – это только удовольствие. И детям приятно, и, во-первых, для художественной гимнастики немаловажно – это высокие потолки. Поэтому хотелось бы, чтобы его почаще давали именно нам для тренировок. Мне нравится художественная гимнастика. Я занимаюсь 6 лет, и мне очень нравится художественная гимнастика. Уже есть какие-то успехи? Да, есть. У нас вся группа, она стоит и в личных, и в групповом, и в эстетике. И в групповом эстетике у нас часто бывают первые места. С каждым годом все больше родителей приводят своих дочерей в спортивный зал, где под руководством опытных тренеров маленькие девочки превращаются в красивых лебедей. Диана Никифорова, Сергей Григорьев и Андрей Минкин. Для программы «Городские вести».